Кабабок! Я теперь самый богатый человек в этом городе! Ю-ху! Опачки! Денежка! Куда? Это мое! Ю-ху! Ты мухлевал! Да! Это нечестная победа! Ботан не может быть богатым! Согласна! Бабки не твои! Чего-то мой! Нет, мой! 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 Отдайте! Мой! 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 Победитель игры Тайлер! Слышали? Моя денежка! Моя прелесть! Ну, мистер ведущий, так нечестно! Приз Тайлера! Я все сказал! Да! Хомяк? Хомяк, ты тоже хочешь пойти со мной в школу? Ну ладно, только сиди тихо. И ваш салат. Приятного. Можно было и побыстрее нести. Чего тебе? Чаевые? На! Спасибо! Спасибо огромное! Спасибо! 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 А теперь десерт! Крыса! О, класс, Кекс! Хомяк, ты нашел мне еще еды! Спасибо! Она так и не сказала! Привет всем! Привет! Так вот, она поставила кухню в Москве! Разошлись! Это еще кто? Эй! Что происходит? Все чисто. Стоп. Бедный в радиусе метра. Чего тебе? Пересядь. Да не буду я. Пересел. Теперь чисто. Хай, неудачники. Юху! Господин Тайлер пришел. Встречайте! Господин? Ну да, я же теперь самый богатый. А это для чего? Ну вы же сами просили, для дамы. Ага, для дамы. Это цветы мне? Надеюсь, мне. Ты себя видела? Это мне! Это мне! Нет, мне! Ты что, курица вообще? Это мне! Курица! Это мне! Капец! Она все-таки слишком короткая! Мне же все засмеют! Нужно было вообще сегодня в школу не идти! Так и для кого тогда букет? Гвен, привет! Что с тобой? Тебе что, ткани на юбку не хватило? У меня просто вся одежда в стирке. Мало того, что двоечница, так еще юбку с начальной школы напялила. Отстань, Тайлер! А то что? Ты не понял? Отвали от нее. Да я ж просто пошутил. Зря! Юмор – это не твое! Тоже мне мачо! И где этот охранник, когда он мне так нужен? Спасибо, Мартин! Да не за что! Ты же все-таки подруга моего брата! Да. А, кстати, где твой брат? Да дома валяется, типа заболел!
Доброе утро, детишки! Мисс Хлоя, мисс Хлоя! Я так рад вас видеть! Ой, спасибо, Талер! Не зря ты мой любимый ученик! Теперь понятно, кому цветы! И так заучка еще и подлизывается! Бросок чемпиона! И... Страйк! Yeah! Я чемпион! Кто чемпион? Я чемпион! Кто чемпион? Я чемпион! Кто чемпион? Я чемпион! Вот как ты болеешь! Я только встал с постели. Тьфу! Блин! Гвен! Я думал, это мама! Так ты симулянт! Притворился, что болеешь, а так просто школу прогулял! Ну чё ты начинаешь? Как будто сама никогда школу не прогуливала. Ой, неважно, проехали. А чё это на тебе? Это ж... Только попробуй что-то ляпнуть. Не так в школе хватило насмешек по поводу моей юбки. Окей, окей, молчу. А чё ты стоишь? Садись. Прости, я забыл, что он сломан. Да в твоём доме есть хоть что-то неполоманное? Давай лучше там сядем. Так и что? За тебя даже никто не заступился в классе? Ну, вообще-то твой брат. Мартин? Ага, он заставил нашего богатенького заучку молчать, ты прикинь? Он такой смелый и красивый. Только не говори, что ты втюрилась в моего брата. Ну... Так, ты забыла наш уговор? С родственниками друг друга не встречаться. Да помню я, помню. Подождите, господин, нужно проверить, все ли в порядке. Это же мой дом, болван! Что здесь вообще может быть не в порядке? Простите, я просто подумал. Подумал он, здесь я отличник, я умный, а ты иди лучше тапки принеси. Уже бегу. Ну, дальше. Что дальше? Пижама где? А сейчас. Все тебе по два раза объяснять надо. Ваш коктейль. Ну хоть что-то ты не забыл. Я могу идти? А ты ничего не забыл? Блин! Почему вообще я из-за этого Мартина расстраивался? Он же безмозглый. Так он же сильнее вас. Заткнись! Я с умным человеком разговариваю! Я умный? Я сам с собой! Заступается он за эту Гвен! Она ничего такая! Может позвать ее на свидание? Так. Где этот учебник по математике? Вот он! Подвинься! Вы офигели? А это что? Приглашение на свиданку? Отдай! А ты отбери! Лови! Лови! Да сюда! А ты попрыгай! Не поймаешь? Не поймаешь, не поймаешь? Отдай! Ты думаешь, тебя реально пригласили? Это, наверное, просто чей-то пранк. Лузерша! Оуч! Я же сказала, отдай! Завидуйте дальше! Вас просто никто не зовет! Свидание? Интересно, с кем? Надо будет за ней проследить. Ну, и где же мой Мартин? Привет, Гвен. Нашла мою записку. Талер, так это ты меня пригласил? Ну, а кто же еще? Присаживайся. Так, заходи.
это точно здесь? Да, у нее в записке было написано «это кафе». Смотри! Сок? Угу. Гвен Стайлера! Вот крыса! Значит, когда он был просто ботаном, он ей был не интересен. Ага, а когда он стал богатым, она сразу на него повелась. Так мы ж такие же. Ну и что? Главное им испортить свидание. Да. И что вы собрались делать? Мы? Так, ничего. Да, просто поесть пришли. Кафе закрыто. А как же они? Я говорю, кафе закрыто. Я хотел извиниться за то, что шутил над тобой в школе. Ты простишь меня? Добрый день. Я Филипп, ваш официант. Очень приятно. Желаете закуски? Нет, просто не мешай. Я хочу. Желание дамы – закон. Привет, красотка. Блин, не то. Эй, а твои родители случайно не кондитеры? Тогда откуда у них такая булочка? Ай, дурацкая раковина! Да, скоро вечеринка. Все девчонки должны быть мои. Что там еще в этих курсах пикапа пишут? Так, вот. Эй, детка, твои родители случайно не хлеб? Тогда откуда у них такая крошка? Сынок! А! Мам, блин! Ну ломай, ломай, мы же миллионеры, новый купим. Ну мам! Я тебе сколько раз говорила, с телефоном в ванну не ходить. Отойди, я раковину протру. Мам, а ты не видела мою любимую футболку? Эту? Мама, ты моей футболкой раковину вытираешь? Капец, еще и вся в дырках. А ты что хотел? У нас нет денег на тряпку. А футболки у тебя две. Иди, не мешай. Сейчас я тебе устрою жаркий вечер. Главное не перепутать и не дать Гвен острый. Ты мне так нравишься, Гвен. Ваши закуски? Как вовремя. О нет, он очень острый. Ты чё? Блин, я все-таки перепутал. Сок. Спасибо. Гвен, ты немного облилась. Блин, где здесь у вас туалет? Она такая забавная. Да, забавная. А теперь вали отсюда. Официант, ты совсем... И не смей трогать Гвен! Махин! Иди домой, пока цел! И не смей больше к ней приближаться! Понял! Фух, вроде отмыло. А где Тайя? Ваш кавалер ушел. Ура! Хотя, стоп. Это получается, он меня бросил? Капец! Он хоть за счет заплатил? Да. Ботан Тайлер меня кинул. Я неудачница. Эх, Гвен, знала бы ты, что случилось. Дурацкий Тайлер. А я глупая, думала, что меня Мартин пригласил. Опачки, а кто это тут у нас? Куда идешь, красотка? Ребят, мне некогда. Не так быстро. Что вам нужно? Выворачивай карманы. Но у меня ничего нет. А это мы сейчас и узнаем. Не ори! Сейчас голова лопнет. Да что за день такой? Отстаньте от меня! Я же сказала, что у меня ничего нету!
Ого, реально испугались? Привет. О, Мартин, так это ты? А, это не тебя испугались? Стоп, а откуда ты тут взялся? Домой иду, мы ж соседи. А, точно. Давай проведу тебя, а то мало ли опять кто-то пристанет. Ну, вот мы и пришли. Пока, спасибо, что провел. Да не за что, пока. Он меня поцеловал в щечку и защитил от хулиганов. А может, он меня тоже любит? Ну, конечно, да! Гвен, к тебе гости! Ага! Привет, Гвен! Лео, ты так тихо зашел? Ничего мне рассказать не хочешь? А что? А, ты знаешь уже про свидание с Тайлером. С каким Тайлером? Гвен, не прикидывайся, я все видел. Не кричи, я не понимаю, о чем ты. Вот об этом. Я видел вас с Мартином. Так он меня просто до дома проводил. Да, и поэтому на его фотке отпечаток твоей помады. Знаешь что? Это не твое дело. А как же наш уговор с родственниками не встречаться? Хоть ты и мой лучший друг, ты не вправе указывать, кого мне любить! Мы больше не друзья, Гвен! Ты предала нашу дружбу! Ну и пошли! Двинься! Эй, я вообще-то телек смотрю! А мне нужно собираться на вечеринку. Чтобы впечатлить Гвен? А даже если и Гвен, это не твое дело. Она моя подруга. И что? Да потому что у тебя этих девчонок была куча. Ты разобьешь ей сердце. Я же сказал, это не твое дело. Свали отсюда, мне собираться нужно. Ну-ну, удачи. Так, что бы его надеть? Может это? А? Пятно? Ладно. И здесь? Блин, да они все грязные. Вот Лео, мелкий вредитель. Ну, и где этот малой? Неужели придется идти в этом? Фу, эта одежда уже воняет. Так Гвен точно сбежит от меня. Фу, воняет. Где освежитель? Фу, даже в коридоре воняет. Да, что ты делаешь? Упс, сори. Да я тебя... Погоди. Не воняет. А ну-ка дай сюда. Не хуже дорогого парфюма. Ну как вам? Обалдеть! Тайлер, ты краш! Ага! Пригласишь меня на танец? Расступитесь! Я иду к своей красотке! Ну, привет! Скучала? Еще чего! Ты сбежал с кафе, так что... отвянь! И почему все достается этой Гвен? Ты забей! Да. Пришло время применить все, что я долго репетировал. А хотите потанцевать с горячим мачо? И с кем это? Со мной. Вот это ты шутник! Что слез? Блин, а в статье по пикапу было написано, что 100% сработает. Ну как тут? Да ты даже не знаешь, от чего отказываешься. От неуклюжих танцев с тобой. Но я же самый богатый, все девчонки хотят быть со мной.
а я нет. Ну, я тебе сейчас устрою. Боюсь, боюсь. О нет, он готовит что-то ужасное. Я должен защитить Гвен. Гвен. Не хотела по-хорошему. Получай. Нет. Я не мокрая. Ты? Нет. Мартин, ты спас меня. Спасибо. Да не за что. Ты не против, что я увел тебя с вечеринки? Нет, конечно. Здесь намного уютнее. Да, это мое особенное место. Особенное? Да, обычно я бываю здесь сам. И ты первая девушка, которую я сюда привел. Первая? Ага. О, здрасте! Опять очередную привел? Очередную? Ага, чуть ли не каждый день здесь новая девка сидит. Тьфу! Особенная, значит. Да ты все не так поняла! Ты правда особенная! Я для тебя просто игрушка! Что вы наделали? Вы все испортили! А ты че орешь? Сам виноват, нефиг столько девок водить. Она не просто девка. Гвен правда не такая, как все. Ой, да конечно. Знаете что? Я к вам больше никогда не приду. Больно надо. А нечего лезть не в свое дело. Опять Мартин ключи забыл. Вот теперь мерзни там. Но это был последний раз. Бен? Можно войти? Конечно, можно. Держи. И сделал тебе горячий какао. Тебе нужно согреться. Спасибо. Так что случилось? Зря я тебе не поверила. Мартин оказался плохим. Что он сделал? Я для него одна из множества других девчонок. А я тебя предупреждал. Прости меня, Лео. Я думала, что я ему нравлюсь и потеряла лучшего друга. Ну, конечно, я прощаю. Как я тебя могу бросить в такой момент? Спасибо. Ну все, все, все будет хорошо. Я все равно добьюсь Гвен. Она не достанется Мартину. Долго там еще? Терпение, друг мой. Искусство требует времени. Гвен точно понравится эта картина. О, это картина для девочки? Ну да. Какой подарок может быть лучше, чем я сам? О-о, не шевелись, Йон, не шевелись, Йон. Я уже устал, и рука затекла. Но, я же не закончу. По памяти дорисуешь. Месье Тольяре, но я так не умею. За те деньги, которые я тебе плачу, научишься. Может, серенаду ей лучше спеть? I love you, Gwen! I need you, Gwen! Какой кринж! Что? Не переживайте, вы просто ужасно поете! Нет, безобразно! Oui, oui! Охрана! О нет! А как же моя картина? На выход! А тебе как мое пение? Без зарплаты останешься! Прекрасно! Просто великолепно! I love you, Gwen! Опять цветы принес. Надеюсь, на этот раз мне.
Привет, малышка. Этот букет для тебя. Отошел от моей девушки. Девушки? Никакая я не твоя девушка. Неудачник! Я так и знал, что Гвен выберет меня! Отвалите оба! Мне никто из вас не нужен! Один вас выпендривается своими оценками и деньгами, а второй просто обманщик! Прости меня, Гвен! Я глупец! Я правда люблю тебя! Чё? Любишь? Да кому ты нужен? Да я лучше тебя, ботан! Да что ты? Хочешь, пойдем проверим? Пошли! Ну давай, пошли, пошли! Что ты? Да что вы себе позволяете? Мальчики, не надо! Дрянка! Что? Какая драка? Я тоже хочу посмотреть! Раз, два, три! Что? Серьезно? Они так все решают? Ну, и где драка? Раз, два, три! Фух, я ничего не пропустила! К сожалению, нет. Отлично. Гвен, тут тебе письмо. Для меня? Раз, два, три! Гвен, смотри, как я сейчас уделаю этого лузера! Гвен? Ю-ху! Меня приглашают в лучшую школу искусств в стране! Это та, о которой ты мечтала? Да! Я переезжаю в Нью-Йорк! В смысле переезжаешь? Ну, вот и все. Я одновременно и рад за тебя, и в то же время так грустно, что ты уезжаешь. Ну... Мы же будем созваниваться и переписываться. Угу. В конце концов, я летом приеду. А Мартин, кстати, и правду в тебя влюблен. Мартин тоже мечта моего детства. Это несправедливо. Почему я должна выбирать между двумя мечтами? Доча, такси уже приехало. Тебе уже пора. Пока. Еле успел. Мартин, ты пришел? Я не мог не увидеть тебя напоследок. И еще раз сказать, что я правда люблю тебя, Гвен. И... Я знаю. Знаешь? Но я не могу не уехать. Эта школа моя мечта с детства. Я буду ждать твоего возвращения. Гвен, ну сколько можно ждать уже? Иду, пап! Пока, Мартин. Я буду звонить тебе каждый день. Гвен! Мне правда уже пора. Как же я не хочу тебя отпускать. Пока, Мартин. Красивые цветочки для моей Эммы. Последние деньги на них потратил. Надеюсь, ей понравится. Отдай! Отвали! Верни сейчас же! А вот ты не достанешь! Блин! Вот курицы! Весь букет растоптали! И что я теперь Эмме подарю? Капец! Теперь совсем ни одного цветка не осталось! Отстой помаду! На, на! Отвали! Уже и пошутить нельзя! Аккуратнее! Я тут ресницы вообще-то крашу! Прости, пожалуйста, Хлоя! Это просто все тупые шутки Доры! Это просто у Мелани нет чувства юмора! Посмотрите на этого мачо! Ты цветочек на помойке нашел?
Привет, Эмма. А я тут тебе... Без дороги, неудачник. Привет, красота. Привет. А у меня для тебя есть подарочек. Айфон! Он такой красивый и богатый. А у меня вот для тебя тоже подарок. Эй, а чё он не розовый? Ну, хочешь, поменяй на розовый. Ты еще спрашиваешь? Хочу, конечно. Как же Хлоя его недостойна. Была бы я его девушкой. Эмма, очнись. Блин, Джек, вечно ты все портишь. Здорово, подружка. Че кислая такая, а? Ай, больно же. Ты где была? Ой, сорян. Прикинь, я была в кафешке, и там решили просроченные кексы выкинуть. Хорошо, что я вовремя успела. Хочешь? Я в шкафчике еще припрятала. Нет, спасибо. Как хочешь. О, Джек! Ева, зачем? Ноги длинные. Ненормальные. Да чё вы все такие унылые, как какашки? Я не знаю, как понравится Доне. Наверное, такой, как я, не светят такие парни, как он. Ой-ой-ой, тоже мне краш. Хочешь, кексом его угости? Да не хочу я твои кексы. Эмма, ты же такая умная девушка. Как тебе может нравиться такой глупый богач? Много ты понимаешь. Он самый-самый-самый лучший. В нашей школе полно и других хороших парней. Кто, например? Ты, что ли? Ой, насмешила. Джек же наш друг. Да ну вас, друг, блин. Чё это с ним? Сейчас пойду узнаю. Джек! Ещё и усы нарисую. И бороду. Тихо, кто-то идёт. Блин! Приветик. Хлоя, привет. Привет. Мы так рады тебя видеть. Ну, как я вам? Обалдеть! Эта коллекция же только вчера вышла. Все возможно, когда твой парень миллионер. Ага, где ты его достала? Ты такая крутая! Фу, лицемерки. Че ты там вякнула? Ты просто завидуешь мне и нашей дружбе. Еще чего? Еще как завидуешь? И что ты там рисуешь постоянно? А ну отдай! Нифига себе! Хлоя, глянь! Ты что, офигела? Ты в моего парня втюрилась? Нет, это я так просто! Так просто! Только знай, он на тебя никогда в жизни не посмотрит, потому что ты бедная оборванка, и от тебя воняет. Нет, это неправда! Нет! Бедняжка! 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 Блин, я как всегда опаздываю. Ауч! Ой, прости. Это ты прости. Не смотрю по сторонам. Еще и все выпало. Давай помогу. Да ладно, я сама. Ну вот, все собрал. Ага. Ну держи. Ау! Эй! А, что? Да. Тетрадки держи. Какой же он краш! Он заговорил со мной! Ну здорово, Тони! А ты что тут забыл? Да вот, пришел с тобой поговорить кое о чем. Ты со мной денег не займу. Слушай сюда, Эмма моя, не смей к ней подкатывать, понял? Чего? Ты ничего не перепутал, хлюпик? Вообще-то я сильный. Смотри.
да? Я думаю, да, да, мне все можно. Не смей приближаться к Эми, ты меня понял? Я все сказал. Ох ты ж! Совсем бедненькие с ума посходили. От голода ж. Фух, еле успела. Хорошо, что менеджер не спалил. Так, за работу. Донни? Ого, ты тут работаешь? Круто. Да, я... Мне ваш самый большой бургер и что-то попить. Хорошо, конечно, присаживайся. Вот, самый большой бургер и вкуснейший коктейль. Спасибо. Коктейль я сама готовила. А ты чего стоишь? А, вот. Да нет, нет, не надо. Это за счет заведения. Ничего себе. Спасибо. За чей счет говоришь? За счет заведения. Ау! А, ой, а, извините. Вот, этого хватит? Нет, конечно. Ну, тогда, может, вычтите из зарплаты? Естественно. А это будет задатком. А ты чего стоишь? Присаживайся, поболтаем. Я? Ты видишь здесь еще кого-то? Если это сон, не хочу просыпаться. Ну, расскажи что-нибудь о себе, а то мы учимся в одном классе, а я про тебя вообще ничего не знаю. Ну, в общем, я... Ты такая забавная! А я еще вот так могу! А я неплохо рисую. Хочешь, тебе что-то нарисую? Давай. Офигеть, он взял меня за руку. Как тебе? Очень красиво. Привет, любимый. Прости, что опоздала. А это что здесь делает? Ну что ты сразу орешь? Эмма здесь работает, мы просто болтали. Болтали? Если она здесь работает, значит ее место за стойкой, а не за столиком с моим парнем. Я лучше пойду. И принеси мне кофе. Капец, я всего на 2 часа опоздала, а ты уже сидишь и обедаешь с этой барманкой. Еще раз я тебя с ней увижу, тебе... Как же мне нравится Эмма. У Дони есть деньги. А, он стильный. У меня нет шансов. Или есть. Надо вызвать у Эммы ревность. Да! Привет, девчонки. Как вам мой новый образ? Вообще-то, у дедушки. Пойдем, Дора, пока я от смеха не отписалась. Уверены? Ого! Откуда у тебя такие деньги? Ну, и как вам теперь моя куртка? Офигенная! Очень классная! То-та-же. Топ! Они же не настоящие! Как не настоящие? Они же игрушечные! Ты думал нас обмануть? Лузер! Ну чё ты стоишь как истукан? Давай, спину ровнее, руку сюда. Это обязательно. Я должна выиграть в конкурсе по бальным танцам. Так что давай, руку мне на талию и... Как же ты меня достала! А теперь наклон. Эмма, какая ты красивая! Хлоя? Ай! Ты совсем болван! Прости, я задумался. Задумался он! Пустоголовый! Танец учи! Может, в другой раз? Неделя до конкурса! Спину ровнее, руку на талию.
Наталью! Поехали! И раз, два, три. Раз, два, три. Поворот. А это может пригодиться на свидании с Эммой. Надо отправить ей записочку. Чё ты там бормочешь? Танцуй! Я вижу. Я вообще-то почту принес. Опять необлаченные счета. Скоро ко мне на мусорку переедете. Я шучу. Тут и для тебя кое-что есть. Это, видать, от тайного поклонника. Дай сюда. Но может, это Донни на свиданку тебя зовет? А если это пранк Хлои? Не пойдешь, не узнаешь. Ты так свою судьбу можешь профукать. Ладно, я попробую. Так, вроде это здесь. Кто здесь? Хлоя, если это ты, то я! Донни, так это правда ты меня пригласил? А кто же еще? А почему ты мне не позвонил? Подумала, что так будет интересней. Это тебе. Какой классный, спасибо! Это еще не все. Обалдеть! Прошу к столу. Я точно сплю. Я взял вишневый сок. Думаю, тебе понравится. Да я обожаю вишневый сок. У тебя такие красивые глаза. Спасибо. Давай вытру. Ну как тебе? Продолжай. Я про свидание. А, свидание, это свидание моей мечты. Танцуй. Да, я не умею, вряд ли у меня было. А ты где такого научился? Неважно. Ой, я и представить себе не могла такое. Эмма, ты потрясающая. Я? Ты меня ни с кем не перепутал? Нет. Так, надо глянуть, как я выгляжу. Цветочек Донни точно понравится. Денежный доллар! Что происходит? Как смешно наблюдать за этими бедняками! Надо все собрать! Прилипло, что ли? Что, не получается поднять? Ах ты! И что ты мне сделаешь, слабак? Да я на эти деньги могу себе новый мусорный бак купить! Все собрали, а теперь на базу! Это уже наши! Или гони сюда, или я скажу, что вы меня обокрали! А как вы думаете, поверят миллионеру или таким оборванцам, как вы? Таким, как вы, неудачникам, не место в нашей школе. Точняк. Значит, бедным здесь не место? Донни, как ты мог? Не ори! Это же я! Еще лучше! Че тебе надо? Мне нужна твоя помощь! Эмма обиделась на меня, а я не могу понять, за что! Ты обидел Эмму? Не до тебя сейчас, отвали! Ну нет, я это так не оставлю! Отвяль, я сказал! Я тебе сказал не приближаться к ней! Ты че, офигел? Мальчики, вы чего? Ну сейчас ты получишь! Что ты сказал? Прекратите! Отвали, отвали уже! Ого, Хлоя, посмотри, что стало с твоим парнем! Донни! Донни, как ты выглядишь?
весь растрёбанный. А с прической что? Ужас! Хватит, Хлоя! Как на нас люди будут смотреть, когда ты в таком виде? Это единственное, что тебя волнует? Ну, конечно! Я красотка, а ты какой-то оборванец! Что обо мне люди подумают? Ты только о себе печешься, а на меня тебе пофиг! Что ты такое говоришь? Тебе нужны только мои деньги! Все, с меня хватит! Мы расстаемся! Да ладно! Ну как же? Я же MacBook заказала! Кто за него заплатит, Дони? Дони! Да выпендривалась! Иду я, иду! Долбаные кредиторы! У нас и так нет денег, чтобы оплатить счета! Здравствуйте, пицца! Мы не заказывали! Это бесплатно! Акция в новой пиццерии! На халяву? Спасибо! Передайте Эмме, что я ее люблю! Блин! Папа, я тут! Пицца? Откуда? Да бесплатно! Сказали, акция какая-то! Класс! А это что? Где? Прости меня, псы Донни! Странно, меня никакой Донни не обижал. Зато меня обижал! Эй, ты куда выкидываешь? Я же еще не доел! Так где эта тетрадка? Надоело! Вау, Хлоя, ты чего? Это, видимо, из-за Донни. Как этот болван мог меня бросить? Я самая красивая девушка в школе! Папочки, неужели 2 дня в школе не было? Я слышала, она на свидание с Донни ходила. Так это ты у меня парня увела? Да не нужен мне твой Донни, психичка. Я не психичка! Отстань, ты, пусти! Я все офигела, Хлоя! Хлоя, прекрати! Ты в порядке? Да, отстань, мне не нужна твоя помощь! И откуда у нас столько мусора, если у нас даже нету денег на еду? Ох, устала. Ладно, еще чуть-чуть. И... ну... и... помогите кто-нибудь! Кто-то кричит? Помогите! Это Эмма! Я спасу тебя, моя принцесса! Подождите меня! Эмма, как ты там застряла? Спасибо, если бы не вы... Донни, ты что, преследуешь меня? Вообще-то я тебя спас. Спасибо, великий поступок. Миллионер спас беднячку. Какой благородный, доволен. А теперь отвали. Да как же добиться ее прощения? А это что? Предупреждение о выселении? Так Эмме негде будет жить, если они с отцом не оплатят счета? Доченька, у нас праздник! Йо-хо! Опять украл еду у коллег с работы. Лучше! Нас не выселяют! Йо-хо! Как это? У нас же долг почти 500 000! Кто-то оплатил все наши счета! Ура! Да! Да, класс! Ура! Наконец-то! Разбирай коробки! Мы остаемся! Класс! Так... тетрадки сюда, кубок сюда, и это же подарок Донни. Стоп, так это он оплатил все счета. Точно, кто же еще кроме него? А я на него обижалась, вот я глупая. Привет, Эмма! Любовь моя! Это он мне одумался, наконец! Я люблю тебя! Наконец-то ты поняла, что я лучше Донни! Эй, какого фига? Эмма!
ты простила меня? Почему ты не хотела со мной общаться? Я подумала, что ты бросишь меня, потому что я бедная. Когда услышала ваш разговор о том, что бедным здесь не место. Прости, я был полным дураком. Это все влияние Хлои. Я понял, что ты лучше нее. И тебе все равно, что я не твоего уровня? Конечно. Я люблю тебя. И я тебя люблю. Как романтично. Ага. Отвали, вонючка. Сама вонючка. Променял меня на эту замухрышку. Нужно выкинуть все его подарки. Так. Блин, сама я себе точно такой не куплю. О, браслет. Блин, он тоже дорогой. Я даже ни один подарок его не могу выкинуть. Черт! Как же меня это бесит. О, ботан, слышь? Что тебе? Слушай, а ты не хочешь со мной встречаться? С тобой? Ну да, тебе же нравится Эмма. Вот и повесим их с Донни. Да я лучше опарыша съем, чем буду с такой змеей, как ты. Тьф.